Всем привет! Сегодня я пойду в гости и немного вам сниму влог. Мы приехали. Это моя тетя. Сейчас я иду на балкон, чтобы посмотреть на вид с балкона. Здесь небольшой коридор. Вот так выглядит санузел. Это наш стол со всякими вкусняшками и с едой. Мы хотели взять бабушку в гости, но она не смогла с нами пойти. Но на удивление, вместо нее пришла ее Сережка. Она зацепилась на мои волосы. Это было как в сказке. На улице облачно. Мы загостились и не заметили, как наступила ночь. Это ночной вид.